Ali Ibn Haider liked the stream. Готово? Можно начинать? Ничего не поделаешь. У нас есть дела. Нет, Итан Уинтер в безопасности. Жив и относительно здоров. А Лукас Бейкер? В данный момент он наша единственная зацепка. Следующий в моем списке. Так, я в шахте. Сигнал сильный, слышу тебя хорошо, Крис. Первый отряд кое-что успел сообщить, но вскоре мы потеряли связь. Судя по всему, Лукас превратил шахту в свое личное убежище. Сколько человек мы потеряли? 3 лучших. Последний раз они выходили на связь возле лаборатории неподалеку. Нужно ее проверить. Есть. Лаборатория уже близко. Есть идея, чем там занимается Лукас? Мы пока анализируем данные. Но похоже, он экспериментировал с мутамицетом типа Е. Будем надеяться, наши люди не стали подопытными. Я тебя вытащу. Оставь меня. Слишком поздно. Мы оба отсюда выберемся. У меня для тебя новость. Что? Ничего не выйдет. На твоем месте я бы воздержался. Можешь, конечно, попытаться ее снять. Но я бы не советовал. Моя рука лишь дрогнет и... Ой. Предлагаю так, Крис. Ты даешь мне уйти, а я не сношу твою башку с плеч. О, то же касается и твоих дружков-солдафонов. Адьос. Мучачас. Блядь!
Я засекла споры в воздухе. Это мутамицет типа Е. Мозг автоматически переключится на автономный режим, поглядывая на индикатор запаса кислорода в баллоне. Твой резервуар с кислородом наполовину пуст. Не забывай про кислород. Я тебя вытащу. Оставь меня. Слишком поздно. Мы оба отсюда выберемся. У меня для тебя новость. Что? Ничего не выйдет. У-у-у, на твоем месте я бы воздержался. Можешь, конечно, попытаться ее снять. Но я бы не советовал. Моя рука лишь дрогнет и... Ой. Предлагаю так, Крис. Ты даешь мне уйти, а я не сношу твою башку с плеч. О, то же касается и твоих дружков-солдафонов. Адьос. Мучачас. Блядь. Я засекла споры в воздухе. Это мутамицет типа Е. Мозг автоматически переключится на автономный режим, поглядывая на индикатор запаса кислорода в баллоне. Твой резервуар с кислородом наполовину пуст. Похоже, ты ничем не заражен. Тебе нужно вернуться и обезвредить бомбу на своей руке. Некогда. Не хочу давать этому мудаку преимущество. Принято. Тогда береги себя. Sahir Jaffrey Jr. liked the stream. Твой резервуар с кислородом наполовину пуст.
Не забывай про кислород. Проанализировали перехваченные данные Лукаса. Как мы и думали, этот сукин сын отправлял соединением донесения о состоянии Иви. Найди его и арестуй. Это не должно повториться. Точно не хочешь его завербовать? Крис, это пройденный этап. Может, Беса ей и удалось в этом убедить. Иначе меня бы здесь не было. Но мне непривычно сотрудничать с корпорацией Umbrella. Знаю, это непросто. И откровенно говоря, многие из наших работали здесь еще до нашего преобразования. От старой корпорации осталось лишь название. Давай сосредоточимся на задании и, может быть, продолжим разговор, когда вернешься. Ладно? Как скажешь. Там как, живой? Редфилд. Не волнуйся. Я найду ключ и освобожу тебя. Yeah.
Должно сработать. Скажи-ка мне, что это? Понятия не имею. Это что-то новенькое. Будь предельно осторожен. Крис, эти белые монстры весьма живучи. Обычные патроны против них бесполезны. Предложение есть? Понадобятся антирегенерационные пули, чтобы прервать регенерацию. Придется отступить.